В этом видео хочу показать, как в браузере Vivaldi настроить поисковые подсказки. Смотрите, открываем новую вкладку в Vivaldi, да, и ищем что-нибудь. Ну, допустим, хочу найти информацию про Останкинскую башню. Пишу Видите, вот никаких автодополнений нету. Это неудобно, потому что я хочу набрать первые буквы и, ну, буквально сразу стрелочкой выбрать нужный мне вариант и нажать Enter, да? Так работает в браузере Chromium, но Chromium мы пользоваться не можем, потому что Google не может нормально UI сделать, а здесь подсказки не работают. Так вот, я погуглил, оказывается, дело в том, что эта функция платная и Google ее продает. Браузер Vivaldi не лицензирован для того, чтобы использовать эту функцию, но позицию Google понять можно. Они хотят заставить пользователя пользоваться их сервисами, ну то есть если вы не используете браузер Chromium или Chrome с их интегрированными сервисами, то вам не будет доступна эта функция. А раз вы пользуетесь поиском Google, то значит вы должны открывать их главную страницу, а на ней эти сервисы уже опять же будут интегрированы. Нас это не устраивает, но в то же время мы хотим использовать поисковые подсказки. Так вот, чтобы это исправить, нам нужно всего лишь скопировать вот этот URL и вставить его в настройки. Сейчас покажу куда. Обратите внимание, что эту ссылку вы копируете как есть, как текст. Не нужно копировать URL, он здесь неправильный, потому что этот процент URL encoded не нужно. Если вы это сделаете, работать не будет. Здесь должно быть написано просто процент S, без 25. Итак, переходим в настройки, поиск. Далее переходим к службе поиска Google. Ставим ее по умолчанию. И в адрес для подсказок вписываем вот этот URL, который мы скопировали. Также здесь проставляем галочки, чтобы поисковые подсказки у нас показывались. В принципе, все. Закрываем настройки. Переходим на новую вкладку, и теперь поисковые подсказки у нас работать должны. Смотрим. Останкинская башня. Видите, вот, пожалуйста, все работает. И в принципе, поле поиска здесь теперь тоже не нужно, потому что мне удобнее даже искать, ну как и в Chromium, из адресной строки. Для этого мы опять же перейдем к настройкам поиска и уберем поле поиска на экспресс-панели. Потому что раньше я открывал стартовую страницу Google, чтобы эти подсказки работали. И, соответственно, мне нужно было, чтобы фокус был на странице. Там тоже есть такая настройка. Ну а поскольку поисковые подсказки теперь доступны и здесь, то нам не нужно передавать фокус на страницу и, соответственно, не нужно передавать его на это поле. Ну, в общем, здесь настроек масса. Этот браузер очень кастомизируемый, поэтому советую как минимум на него посмотреть. И пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если есть что добавить, пожалуйста, пишите комментарии. Всем пока!